Ребята, всем привет, с вами Андромалик, добро пожаловать, давно не виделись, и новая подборочка, 8 игр на ваших экранах, вот, во все это поиграем, смотрите, у нас тут есть Охотник на оленей, игра новая, первая, дальше Ice Cream 8, потом Hungry Shark, акул погоняем, Angry Birds Go, немножко поездим в игру, которая уже недоступна в магазине, к сожалению, потом Vice City обычная, с обычной графикой, Minecraft немножко что-то там покажу, поговорю, не знаю, что там будет, Red Bull 4, и в конце веселая игра, это Mr. Bean Special Delivery. Во все сейчас поиграем, садитесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое, и мы начинаем. Hunter Sniper, короче. Увидел игру в магазине, новая вроде. Ну, никогда не играл, я первый раз скачал, давайте, решил. Так, press and hold, так, хорошо. Давайте просто без тренировки, как будто я играть умею, хотя первый раз запускаю. Так, смотрите, ой-ой-ой, куда, в голову надо целиться? Смотрите, это замедленное движение. Ну, давайте вот сюда. О, подождите, я отпустил, сори, сорян. Все. Ну да, жестокая игра, ребята. Тут, знаете, надо, смотрите, не в голову стрелять, а в легкие. Почему в легкие? Объясняю, я сам раньше не понимал. Потому что голова, там, как бы, рога, еще что-то, что-то ценное есть. А если ты в легкие стреляешь, получается, легкие там, ну, ничего ценного нету. Животное умирает, но зато остается все на трофеи. И не только, я не знаю, на что. На мясо, на трофеи, на рога, что там еще у них. Копыта какие, я не знаю, что у них там забирают еще. Что там ценится у них. Ну, мясо, наверное. Вот, типа, куда-то сюда надо, вот. Так, еще разочек. Вот где-то здесь легкие, смотрите, вот здесь легкие. Мне надо стрелять в легкие. Вот, вы как раз показали, видите, легкие. Это ланг. Ланг шот написано было. Мы правильно попали. И победили. Мы, кстати, играем против другого игрока. Смотрите, это другой игрок играет. Типа реальный игрок. Я не знаю, реальный или нет. Может, это бот какой-то играет. Он тоже, кстати, туда попал. Только мне 67 дали очков. Ему 55 почему-то. Не знаю, с чем это связано. Может быть, чуть выше он попал или ниже, чем надо было. Так, ладно, это мой ход или его? Так, давайте. Давайте попробуем и так попадем. А, нет, там дерево. Опа! Попал? 58, хорошо. Так, ну по очкам немножко я пока выигрываю. Сейчас будет стрелять мой оппонент, соперник, вот. Он тоже гостевой, типа новый игрок, новичок. Эта игра для телефонов сделана, поэтому такие большие боковые, видите, черные полосы. Потому что на телефоны почему-то сделана игра. Не на iPad. Видимо, думают, что с телефонов такое играют, на iPad'ах, ну, охотой не занимаются, не знаю. Ну, так решили. Так, замедление, ну-ка. Опа! 67. По очкам у меня чуть больше было. У меня запас 30 очков, так что нормально. И, наверное, последний выстрел его, и все, и решается, кто победил. Но он много очков больше меня не может заработать, потому что я уже выигрывал. У меня было на 30 очков больше, даже если он круто попал, о, все, плачет, типа, проиграл. Ну, такая игра. Я думаю, достаточно. Посмотрели, качайте, играйте, если вам такое нравится. Игра называется Hunter Sniper. Ну, а мы идем дальше. У нас Ice Cream 8, восьмая часть, финальная. Говорят, типа, финальная. Но я уверен, что если пройдет время, год-два, выпустят еще какой-нибудь Ice Cream. Ice Cream Prequel или еще Ice Cream Retro. Ice Cream 80-е, я не знаю, еще что-нибудь. Да что угодно придумают, название любое. Там придумают какую-нибудь непонятную тему. Типа продолжение или что-то, то, что было до этого. Так, какая сложность? Легкая стоит. Здесь теперь можно выбирать. Раньше такого не было. Типа музей, лаборатория, еще что-то. Ну, давайте лабораторию выберем. Раньше такого не было. Просто игра начиналась, и все. А теперь, типа, выбираешь куда. Найти генератор в лаборатории. У меня задание. Ну что ж, погнали. Ищем генератор лаборатории. Тун-тун-тун-тун-тун. Кто-нибудь играет еще в Ice Cream, ребята? Напишите, играете или уже удалили игру у себя, чтобы место не занимало. Может, и мне уже не снимать эту игру, как вы думаете? Пишите, что думаете, мне интересно. Может быть, игра уже все? Сдулась? Я только не понял, почему здесь монашка сразу за нами гоняется? И как от нее убежать, если у меня нету, например, ловушки? Сейчас-то у меня есть ловушка, но если бы у меня не было ловушки, как я убежать должен? Ну вот она бежит, я ловушку ставлю. Окей, смотрите, ловушку поставил, торт. А, подождите, мы не проигрываем, надо тапать по экрану, у нас две жизни. А, вот как. Я думал, что надо было... Подождите, а торт можно забрать назад? Блин, потратил никуда. Ладно, я вырвался. Нам нужно в лабораторию идти. Тут еще крокодил какой-то бывает. Лаборатория, давайте смотреть, значит. Налево. Вон крокодильчик в воде, просто не подходите поближе.
Тут какое-то большое здание, это понятно, это фабрика. И в ней, наверное, все и находится. Так, лаборатория может быть наверх. Я куда-то лазил наверх в прошлый раз. Я не помню, это лаборатория была? Гараж наверх. И вверх на лабораторию. Ну ладно, поехали. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ой, как высоко. Давайте посмотрим, насколько высоко тут. Ну, все видно. Вон она, кстати. Она нас, наверное, не видит, так что все окей. Она, наверное, не полезет уже внутрь. Все, залазим мы куда? Так, это что тут? Это же была седьмая часть здесь. Она еще жива, да, это? Мадам, как ее там зовут? Или она теперь модифицированная, смотрите. О, да, походу... Походу у нее что-то новое во рту торчит. Такого вроде не было. Так, ладно, молоко. Тут нам ничего не надо брать, по-моему. Нам же в лабораторию попасть надо. А куда идти, я не знаю. Давайте смотреть. Здесь закрыто все. Тут закрыто. Может, нам какой-то ключ или кнопку нажать? Так, вот здесь проход. Так, мелкий, все понятно. Устроил тут западню. Поднял тревогу, и сейчас, наверное, мороженщик прибежит. Так, что здесь за рубильник или что? Что это такое? Подождите. Дверь закрыта электрическим... Электрическим болтом написано, типа электрический замок. О, новая музыка, кстати. Или нет? Так, он умеет обходить здесь? Он умеет? Ничего себе. А что с ним делать? Как убегать-то? Вот у меня торта нету, я бы его взорвал бы сейчас. Куда бежать? Куда бежать, ребята? Первый раз вижу этот проход вообще. Что тут? Еще одна дверь, давайте. О, сюда, 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 сюда. Заходи. Дурачок, давай. Я проиграл. Ну, проиграл так проиграл, ничего страшного. Кто хотел Hungry Shark, кто заказывал, пожалуйста. Классический Hungry Shark Evolution. Не World, который многим не очень заходит игра. Классический Hungry Shark. Вот он, ребята. Я восстановил свое сохранение, но оно не восстановилось. Не знаю, что делать. Я поставил там аккаунт, связал его. Но игра почему-то не видит в облаке мое сохранение. Видимо, санкции, возможно, еще что-то, не знаю. Может быть, когда вот новый планшет возьму, я попробую с нуля попробовать, честно, знаете, всех акул открыть, как раньше открывал. Но это надо будет много играть, но, может быть, займусь этим. Ой, это что такое? О, это большой кристалл какой-то? Или несколько сразу? Что-то такого я не видел раньше. То ли потому, что у меня акула маленькая, кристалл большой, кажется. Может быть, из-за этого? Так, ну первая акула у нас, третий уровень. Всего здесь, по-моему, у каждой акулы же 10 уровней, правильно? Ничего ж не меняли, потому что обновлений-то много вышло, я уже не слежу за этим. Кто играет в эту игру еще? Плюс в чат, как говорится. Напишите плюс в чат. Кто играет реально в Hungry Shark? Мне кажется, может быть, уже игроков мало. Может быть, и не играть в эту игру. А может, играть. Не знаю, как определить вот реально, сколько кто у вас играет еще в эту игру. Может, тоже уже удалили, как я, и снова скачали, и сохранение у вас это не сохранилось, не восстановилось, и все. И как бы играть не хочется. У меня, блин, все акулы были, кроме последней, помните? Ну, тогда я давно, когда играл, у меня вообще были все акулы. Потом вышло новое обновление, я открыл акулу, следующее вышло обновление, открыл, а под третье слишком дорогая акула была, по-моему, 250 тысяч стоила монет, а у меня не было столько, я ее не открыл. И какую-то акулу еще добавили, ее нельзя было даже купить за монеты, надо было прокачать предыдущую акулу до 10 уровня, она качалась очень медленно, я ее качал, у меня там 7 уровень был или 6, я сколько не играл, там не знаю, день играть, она только один уровень подымала. Очень медленно все это прокачка была, я поэтому новую акулу там и не открыл. Там либо 800 кристаллов она стоила, либо надо было предыдущую акулу вот так вот сделать. Прокачать, поэтому это было очень нудно, утомительно, и я забил на Hungry Shark. А потом, после того, как я iPad поменял, у меня был белый вот этот iPad Pro 16 года, и в 20 году в марте я вот этот купил, вот в который прямо сейчас играю. У меня точно вот тогда и слетели все сохранения. Я ж на этом вроде все сохранения вам не показывал. Вроде как. Не помню, честно говоря. Ну ладно, жду новый планшет. На нем как бы и графика лучше, и там какой-то экран новый. OLED или какой, говорят. Я так и не понял, какой там экран будет, честно говоря. MicroLED, OLED, MicroLED. Я не знаю вообще, короче. Напишите, кто разбирается. Скоро презентация будет. Я там увижу, что там так как. Я по-любому его беру. То есть мне уже этот надоел. Плюс некоторые игры все-таки подтормаживают. Особенно, когда я много игр скачиваю, у меня начинаются тормоза дикие. Вы видели, что у меня там 200 или 300 игр установлено всегда. И из-за этого у меня начинаются тормоза, она просто не выдерживает уже. Ну, этот процессор или что, или памяти мало, не знаю, как сказать, он уже начинает тормозить. Поехали дальше, Angry Birds Go.
Go, к сожалению, игру уже не поддерживает. Но Sega купила Rovio. Может быть, если вы будете просить где-то писать, она выделит деньжата, может быть, да, и эту игру, возможно, вернут. Но это не точно. Но, может быть, они обратят внимание хотя бы. Застрял я вот здесь. Здесь надо машину карт на 181 силу. А у меня нету ничего на такие деньжата, ребята. Поэтому я застрял. Может быть, тут что-то взять, не знаю. Короче, машины у меня нет крутой. И я возвращаюсь всегда назад и просто сражаюсь с боссом вот этим. Потому что хочу третью звезду получить. У меня здесь две звезды. Кстати, у меня хорошая машина, 176. Давайте попробуем. Ну, три звезды должны ждать за него. Давайте, погнали. Старт хороший, поехали. Блин, какая графика, даже сейчас смотрится отлично, согласитесь. А представьте, эта игра аж выходила в 14 году, по-моему, насколько я помню. Или 13, или 14 год это выходила игра. Зэк Скотт, я помню, играл, я играл. Я ее проходил 3-4 раза, она у меня там просто миллионы просмотров набирала. Тогда все набирало много просмотров, потому что было мало каналов, а много зрителей было на YouTube. И все смотрели подряд, а сейчас как бы каналов очень много стало. А зрителей больше не увеличилось, поэтому получается так, конкуренция жесткая сейчас. Поэтому надо делать всегда что-то такое конкурентное, поэтому... Новые каналы ничего не набирают, там 100 просмотров набирают, люди просто новые каналы не создают, видят, что бессмысленно это никто не смотрит. Ну, потому что вот так конкуренция большая, я считаю. Ну, плюс еще система рекомендаций у YouTube поменялась, теперь как-то по-другому, и третью звезду. Отлично, сколько раз я не мог пройти, сегодня с первого раза прошел на третью звезду. Мне почему-то всегда две звезды давали. Это вот так и есть. Всегда давали так. Так, давайте еще раз посмотрим. Здесь надо 181 карт. Подождите, а может у меня есть где-то здесь какой-то? 176 у меня есть. А, подождите. Вот этот есть, да? 176, запомнили? Запомнили. А что еще есть? Это надо купить. 176. 176. Ну, давайте возьмем его. Может, проапгрейдить можно его? Ну-ка. Ой, я даже проапгрейдил его, смотрите. У нас даже накопилось что-то на апгрейды. Давайте еще, может, что-то. Так, все, походу. А, вот еще можно. Все, а тут? Не, кристаллы не хочу тратить. Хотя, может, потратить кристаллы, чтобы был апгрейд. 181 у меня. Блин, я сейчас пройду уровень. У меня накопилось, пока я долго не играл. Я, правда, сейчас кристаллы сливаю. Но, как бы, зато пройду уровень. Босса сейчас смогу одолеть, смотрите. А, подождите, эта машина не подходит почему-то. Подождите, я же вот эту машину выбрал. А она только вот эту хочет. То есть мне надо купить здесь машину. Ё-моё. Либо вот эту апгрейдить. А я ее уже до конца проапгрейдил, смотрите. Ну вот, последний. А сколько тут надо? Все, здесь уже ничего. Все, я не смогу. Ладно, давайте попробуем, поучаствуем. Увидим, насколько мы медленно едем и все. Ну вот, смотрите, Angry Birds Reloaded рекламируют, который в Apple Arcade доступна игра. Так, ну давайте попробуем, может что-то получится. За время надо проехать здесь. Главное не врезаться, стараться и все. Может даже на медленной машине можно проехать, если повезет, блин. Тут же просто машина ломается, она медленнее едет. То есть если вы сейчас вначале вот так вот врезались пару раз, то это уже у вас меньше скорости до конца гонки. Ремонтироваться тут нельзя, ребята. Нельзя. Блин, еще много поворотов, а я уже вижу, что таймер, видите, заканчивается. Я не успеваю. Нет. Нет. Кстати, можно успеть, если использовать кристаллы и ускорение второй, третий взять. Давайте попробуем еще разочек. Я чувствую, что можно. Я прям вижу это. Гоу. Сейчас все будет, ребята. Я вижу, что можно. Короче, используем ускорение, как только оно есть, и кристаллы сейчас потратим. Цель проехать до конца. Вот здесь можно срезать, кстати. Давайте попробуем. Вот тут вот. Оп, немножечко срезали. Вот, видите, сейчас за два кристалла буду включать. Включаю. Сейчас он восстановится. Нажимаем. Все, поехали. Так. Сейчас в следующий раз уже три кристалла стоит. Так, давай, не отставать. Так, сейчас будет 5 кристаллов. Сейчас все кристаллы сливаю, чтобы только пройти эту трассу дурацкую. Давай. Я уже все использовал. Блин, даже так не хватило. Но я врезался много. Но я врезался из-за того, что ускорение отобрал, я куда-то улетал всегда. Ну ладно, не повезло. Дальше у нас GTA Vice City обычная. В прошлый раз я играл в Vice City красивую. А сейчас давайте вспомним, как это было до того, как они выпустили эти красивые версии. Кстати, если у вас даже планшет старенький, эта игра не идет. Ну, новая красивая. Играйте в эту. Играйте. Ой, я утонул. А где это я утонул?
Что-то вообще не помню, какое-то сохранение, я утонул. Игра просто тут как-то сохраняется, вот в воду упала, она так и сохранила. А где я сейчас? Это, наверное, больница, да, получается? Короче, в больнице Майами я. Так, у меня вообще оружие есть, бензопила есть, пистолет, все, больше ничего. Давайте какую-нибудь машину разрубим, я всегда хотел это попробовать. Вот именно, что будут действовать, как действуют водители в этот момент, смотрите. Так, пока что сидят, да? Ничего не делают. Ага, и меня задавили. Просто взяли, задавили, то есть у меня не было шансов даже. 100% потерял. Так, а у меня здоровье осталось? А, у меня все осталось, нормально. Ну, задавили, задавили. Кстати, деньги забирает больница или нет? У меня вот 2007 сейчас деньжат в кармане. Бакинских. Так, ну режем ее 2 раза. 3 раза. Все, после 3-го она тебя давит, все понятненько. Смотрим на наши денежки. 2007, ну. $100 стоит выписаться с больницы. Так что мы теряем немножко деньжата. Деньжат. Так, давайте сбоку ее резать. То есть, типа, чтобы меня не задавили. Вот так. О, этот нормальный чувак. Он просто уступил машину мне. Так, что-то он... О, кабриолетик. Это какой-нибудь... Я не знаю, что это, но... У меня почему-то всегда ассоциация этой машины с Понтиаком каким-то. Я в то ли фильме в каком-то я увидел этот Понтиак. Но это не Понтиак, это что-то другое, я уверен. Я не разбираюсь, что за тачка, ребята? Что вы думаете? Что это за тачка такая? Американская какая-то, стопудово. Это Америка, демократическая машина. Мы несем демократию во весь Майами-Сити. Майами-Бич. Что делать не знаю, задание не хочу выполнять. Хочу просто развеяться, поездить с ветерком, почувствовать этот легкий бриз Майамского океана. Да, почувствовать соленый воздух на кончиках. На кончике языка. Да-да, ребята, послушать какую-нибудь музыку 80-х, поставить кассету, да-да-да, на кассетах была музыка. Я вообще тоже на кассете купил бы какой-нибудь диск, но у меня кассетника нет. Ну, у меня CD есть в машине, CD можно, можно еще использовать. BMW всегда, даже в старых вот и новых, везде CD используют. Но кроме самых новых, там уже нету CD. CD, ну, куда дырку убрали, эту, куда вставляется диск, убрали. Экономят деньги, я думаю. Хотя диски прикольно, можно слушать. Долго они это поддерживали. В Мерседесах, по-моему, быстро убрали CD эти. Давно уже. А в BMW до последнего, до 2022-2023 года, вот у них сейчас новые машины только пошли. С этой китайским, с этим китайским, как оно? С китайским дисплеем на весь, на всю торпеду. Некрасивым, без козырька, то есть там все видно, отпечатки, пылинки, короче... Солнце отражается, в общем, ужасно все выглядит. Этот экран просто, как говорится по-английски, вот только что мне как будто кто-то сказал unacceptable. Не как бы... Accept — это принимать, да? Ну, как бы невозможно, невозможно такое принять. Это ужас. Ну, всем нравится, все покупают. Типа, вот, о, круто, новый экран, большой, китайский, новый. Ну, вот, мне не нравится, не знаю. Мне кажется, только одному мне не нравится. Это все современное. Хочется немножко старенького. Но не сильно старого. Мне не нравятся 80-е, 90-е тачки вот эти. Мне нравятся вот 2010 года, 2015. Вот нормальные дизайны уже пошли, современные. Вот нормально смотрится. До 20-го года. После 20-го все тачки начали делать очень странными. Они делают их для китайского рынка. Потому что китайцы выросли настолько много вперед, что у них рынок такой выгодный, все пытаются там деньги сделать. Каждый производитель миллиарды долларов пытается заработать на китайцах. Вот и все. И они делают такие тачки, чтобы нравились китайцам. То есть у них там какие-то уже китайские машины везде с экранами. И они в любую машину пихают экраны, просто чтобы китайцы чувствовали себя как дома. Потому что им нужны эти какие-то экраны. Вот для американского рынка было по-другому. Американцам нужны были большие тачки, такие типа внедорожники, типа X7 они сделали, BMW. X5 тоже самая продаваемая тачка у них. Потому что у них Ford F-150 крутая там. Вот они такие любят большие, типа комфортные. Потому что они там толстые, в теле, ребята. Им нужно побольше места. Они не будут в мини-купере каком-нибудь ездить. А мини-куперы, кстати, так себе по продажам, они и дорогие, и маленькие, никому не нужны сейчас. Но новые сейчас выйдут мини-куперы, я слышал. Посмотрим, что там придумают. Ну что ж, все вам рассказал. Кстати, я никогда не смотрел, а что если вот подойти к мотоциклисту, и я их разрежу или нет? Да, я их сразу двоих разрезал, да? С одного раза, получается, убить можно. Вот, я это никогда не проверял. Сколько не играл... Вот сейчас проверил, так что не зря я вам поиграл, заодно увидел что-то новенькое для себя, открыл.
Я теперь умнее, знаю одну фишку про GTA на одну больше. Ну как факт, не фишка, а факт. Факт, что ты разрезаешь насмерть мотоциклистов бензопилой. Даже, наверное, с пистолета так, если стрельнуть даже в голову, ты не убьешь сразу. То есть самое выгодное оружие, когда ты прям подошел вот так вот, да? Самый выгодный вариант. Ой, хорошо разрезала машину. Ладно, поиграли. Дальше у нас что? Ой, мини-крафт. Майнкрафт. Я слышал, что все недовольны, что в Майнкрафте все обновления вообще ни о чем выходят. То есть какую-то ерунду добавляют, ничего глобального. Типа разработчики забили на игру. А мне кажется, они, может, Майнкрафт 2 просто делают. Знаете, когда Overwatch 2 начали разрабатывать, они в Overwatch тоже ничего не добавляли много лет, потому что хотели это все в Overwatch 2 добавить. Вот, мне кажется, Майнкрафт 2 делают, ребята. Вот запишите мое вот это обращение и посмотрите, как будет на самом деле через какое-то время, я думаю, представят Майнкрафт 2. Мне вот так кажется. Что будем здесь делать? Да я не знаю, можно на сервер какой-нибудь залететь. А можно просто послушать эту гениальную музыку, не знаю, кто ее написал, но музыка гениальная здесь, вот стандартная вот эта, которая тихо играет, а потом все громче, 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 да, это классная музыка. Сложность easy ставим, выживание, все создаем, никаких настроек не буду, просто создам мир случайный, побегаю, потому что я не майнкрафтер, но я сегодня добавил майнкрафт, мне надо поиграть, я вот играю в игру, как я ее вижу, то есть у кого-то в голове сейчас дом построить, да, в майнкрафте, у кого-то в голове там попасть в этот подземный мир в первой цели, потом дальше там что-то сделать, знаете. У кого-то просто выкопать много там ресурсов, например, скрафтить там красивое, какую-нибудь, не знаю, какую-нибудь пещеру сделать, поставить фонари и все, и жить там, дверь закрыть, и все, никто тебя не трогает. В этой же игре можно жить, как ты хочешь. Не обязательно там какие-то целые города строить, знаете, как все там делают. Люди просто целыми днями строят какие-нибудь, типа, вот эльфовая башня, например, да, или в Нью-Йорке там какой-нибудь, пол Нью-Йорка, какую-нибудь башню с Нью-Йорка делают в реальную величину в игре в Майнкрафте, типа, ну, как бы круто, но вот столько времени на это тратить, а зачем? Ну, сделали, потом радуетесь 10 минут, делали там неделю, месяц, радуетесь 10 минут, и потом начинаете следующий проект делать, блин, ну... Это круто, но это, мне кажется, время в никуда. Но есть люди, которым это нравится, может быть, что их это обвинять? Ну, если они получают удовольствие от этого, то пусть делают это. Просто я это не понимаю, например. И то же самое, тут рецептов очень много в игре, да? Я не понимаю, вот как можно запомнить все рецепты в игре. Надо играть очень много, чтобы вот прям помнить, как там что положить, куда, чтобы скрафтить. Потому что с каждым новым обновлением всегда что-то еще новое крафтить добавляют. Это еще ванила, да, Майнкрафт, а есть же всякие моды, если моды, так там вообще столько крафтов добавляется, что с ума можно сойти. Ну вот все меня, помню, ругали, ой, ты не знаешь рецепты никакие. Ну да, не знаю, я же не играю никогда в эту игру. Как мне ее узнать эти рецепты-то, если не играешь? Тут надо просто заучивать их, по сути. Ну что, мир у нас такой вот красивый получился в целом, все красиво, мне нравится. Жить можно. Я помню, дом с грязи делал себе, и все вы смеялись. Я вот, короче, вот так вот сделал себе домик, тут поставил дверьку и все, и заморовался, и в грязи жил. А потом прибежал этот, как его, зеленый крипер, да? И у меня пол дома взорвал просто. Просто пол дома взорвал. Кстати, а как от коровы просто молоко получить, не трогая ее? Чисто просто ведро надо брать, да? Нажимаешь и получаешь молоко. А просто скрафтить ведро ж надо, да? Я правильно понимаю? Но молоко в этой игре не сильно нужно, на самом деле. Ну да, его можно выпить и, так сказать, насытиться. Да, можно же и без этого просто играть. Вот музыка классная. О, крюшка еще прибежала. Здрасте, здрасте. У меня самые няшные в игре, кажутся, хрюшки. Посмотрите, какие у них глаза, как они смотрят на меня. Вот не хочется их кушать, жарить и прочее. Они такие хорошие. Я бы просто жил с этой хрюшкой. Все. Привязал бы ее... И потом время от времени гулял бы. Ходили бы в лес, смотрели бы на все. Главное, чтобы нас крипер не разлучил однажды. Главное, чтобы это не произошло. Ладно, ребятки, идем дальше. Red Bullчик следующий у нас. Кстати, Red Bull обновился, прикиньте. Там, ну короче, обновился он. Поверьте мне, когда боссов побеждаете, вы после них музыка теперь играет. Не было такого никогда. И, я не знаю, тут какие-то новые скины добавились. Вот, смотрите.
Это все закрыто, у меня есть вот этот стандартный, и все остальное можно открыть. Я не знаю, как я игру все прошел, но все не открыл, видите. Ну давайте вот этим поиграем. Давайте сразу босса какого-нибудь одолеем. 30-го, например. Тут есть 15-й, я помню его. Давайте 30-й, я забыл, какой это босс. Так. А, ниндзя, ну давайте. Мне как раз цвет подходит под него. Так, что это происходит? Ага, вспомнил. Так, 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 аккуратненько, аккуратненько. Ждем. Так. Сейчас он будет прыгать, а потом, когда устанет, на него дотронуться надо просто. Вот и все, далеко не отходим. Так, еще не устал. Вот, устал. Первая фаза закончилась, так сказать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, уже два. Два лезвия. Так, ну давай, босс, просыпайся, я тут. Раз прыгает, два прыгает, третий раз прыгает, четвертый прыгает, пятый. Пятый? Еще шестой. Все, после этого устает он. Снова лезвие поехали. Может, уже третье будет, да? Два? Нет, ладно. Так, ну что, иди за мной. Так, раз прыгай, два, три, четыре, пять. И шестой сейчас последний. И вот сейчас будет вторая фаза, уже будут враги, я насколько помню. Или нет, врагов не будет? Я думал, прям враги пойдут. Квадратики эти, квадратные монстры. Ну что ж, прыгай, прыгай. Нет, походу здесь пока что так все. Неужели до конца одно и то же будет? Нет, что-то должно быть, я не верю. Я ж помню, играл уже. Ой, ой, вот и враг. Вот, я и говорил. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Эй, да ё-ма, ну что такое? Вот, победил, и он сразу дальше пошел на меня. У меня одно здоровье потеряно, к сожалению. Но ничего страшного. Одно еще есть в запасе. Так. Следующий враг. Надо, когда он прыгает, лучше ничего не делать. Вот так вот. Окей. Окей. А что это за звук был, кстати, такой? Дзынь, не понял. Что за звук? Я типа открыл что-то или что? А как босса-то бить, я не понимаю. Я убиваю этих, босс все равно жив. Я что-то в какой-то момент его атаковать надо, что ли? Или вот сейчас вот он встанет, сейчас такой запыханный будет. Да, вот. Вот, он безобидно становится. Так. Так, давай, давай, пыхайся, пыхайся, все. Одно сердечко. Давай, 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 давай. Все, победа. Вот, слушайте, музыка есть, видите? Это вообще было без музыки. Потому что я музыку выключаю, там копирайт на YouTube какой-то прилетал всегда за эту игру, поэтому пришлось музыку выключить, к сожалению. Все, прошли мы. Прошли. О, какая классная игра следующая. Мне она очень нравится. Она такая, знаете, релакс. Вот вы, например, перед сном что-нибудь заснуть не можете, поиграйте в эту игру, я думаю, вы быстро уснете. То есть просто надо доставлять всякие коробки. Коробки с какими-то вещами. Непонятно кому, бабушкам каким-то там. Но главное, главное, ничего не уронить. Главное вот так вот не спеша. Ай-яй-яй-яй-яй, минус одна коробка. Ну так редко бывает, что вначале теряешь. Просто мне не повезло, честно говоря, я не ожидал. Каждый раз новая карта, новая трасса, ты ее не знаешь. Иногда надо спешить, иногда не надо спешить. Иногда что-то перепрыгнуть надо за большой скорости. А иногда наоборот тормознуться надо. Вот здесь надо спешить получше, получше спешить, потому что газовать, потому что можно упасть. Так, 70 метров осталось, немножечко, немножечко, 50. Ну, одну коробку чисто случайно вначале потерял, можно было все довести, честно. Я просто газанул много вначале, там какой-то был неровность какая-то, ну что? Так, ну что? Ваша доставочка, сэр. А где моя четвертая коробка? А, кстати, ее засчитали почему-то. Я ж привел три коробки, а тут, смотрите, четвертая, она считается, как будто у меня, я довез ее. Че это за глюк? Ладно, может быть, я не понял. Может, там еще пятая коробка была просто. И она улетела. Так, 4 коробки вот такие у нас. 220 метров ехать. Поехали, уровень 17. Оп, оп, аккуратненько вот здесь. Бин. Мистер Бин. Мистер Бин. У него даже мультфильмы выходят у мистера Бина. Я никогда не смотрел мультфильмы. Я только фильмы старые, 90-х, которые в Англии выходили. Там это мега популярный сериал был, так сказать. Они, кстати, короткие, по 10 минут всего одна серия. Но он очень большой популярностью у них пользовался. Ой-о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 й
Так, тут осталось чуть-чуть, и для этого я приторможу. Потому что... А то здесь раньше, кстати, обновление какое-то было старое, у меня был таймер всегда. И время было заканчивалось, и надо было спешить. А сейчас нету таймера, и можно ехать супер легко и легко проходить. Вот и за счет этого. Ну, классная игра, рекомендую, ребята. Рекомендую, Андромалик рекомендует. Мистер Бин Around the World. Если у вас Android там на магазине нету, но вы скачаете просто в гугле, вбейте, а пока скачаете и играете. Игры уже давно в магазине нет. Лицензия, наверное, между мистером Бином и создателем этой игры закончилась. Либо игра не была популярна, не знаю, что произошло. Но, к сожалению, вот такую машину сделать можно, смотрите. Кстати, стильная, стильная тачка у меня. Стиль. Тут можно покупать, вот показываю, что тут есть монетки, то все, все это можно. Донат не работает, но можно что-то тут апгрейды машины делать. Я недавно, кстати, сделал апгрейд. Машинка у меня теперь быстрее едет, покруче стало. Все, ребят, спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Андромалик. Вот такая подборочка. Пишите, рекомендуйте игры для следующих роликов в комментариях. Все читаю. И как думаете, какая сегодня самая интересная игра была? Как по мне, давайте подумаем. Мне больше всего понравилась вот именно последняя игра, Мистер Бин. На втором месте я бы поставил, знаете что? Ну, честно говоря, не знаю. Либо Hungry Shark, либо Angry Birds Go. Какая-то из этих игр мне, наверное, на втором месте. А на третьем Vice City, наверное, GTA-шечка будет у меня. Ну, это мой рейтинг. Пишите, как у вас. Топ-1, топ-2, топ-3 пишите. Мне интересно. Все. Рекомендуйте главные игры. Я уже не знаю, какие подборки делать. Если какие-то интересные игры, пишите. Просто проверьте мои старые подборки. Я, может быть, уже вашу игру показывал, и она уже была 1000 раз, и, может, мне не понравилась, поэтому ее не добавляю. Ну, проверьте старые ролики, увидите, что я там раньше снимал. Плейлист есть в описании, там нажимайте, смотрите. Все, всем пока, до новых встреч, спасибо за просмотр. Увидимся, не скучайте, хорошая погодка, гуляйте, пока снова зима не наступила. Пока. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.